Шнурки на кроссовках завязать на два узла. Ногу ставить устойчиво, чтобы не подвернуть. На скользких поверхностях идти маленькими шагами. Перед началом забега капитан команды Денис Песчаников проводит инструктаж. Небольшими шагами корпус собрали и вперед. Если есть возможность, взяли там товарища, друга под руку, спускаемся вместе. Вместе – самый главный посыл фестиваля. Более 3000 участников смогли убедиться в том, что без поддержки пройти такой путь самостоятельно невозможно. Проект «Стальной характер» в Перми реализуется при поддержке компании «Сибур» в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Я сегодня увидел тысячи счастливых лиц. Мне кажется, в этом самая главная ценность. Мы основаны на сплоченной командной работе. И я рад, что десятки, а может быть сотни пермских организаций таким образом сплачиваются. Проводят время вместе, проходят полосы препятствий, помогают, поддерживают друг друга. Со стороны это кажется нереальным. Пробежать 8 километров по гористой местности, всей командой преодолеть вот такие испытания под дождем и по уши в грязи. Чтобы решиться на такое, нужно иметь действительно стальной характер. Силу своего стального характера показали и участники команды «Сибурхимпрома», ставшие самой многочисленной корпоративной командой в забеге этого года. Для Ольги Павлюк участие в забеге – это победа над собой. В финале участники должны прыгнуть в воду с 2-метровой площадки. И для того, кто не умеет плавать, это настоящее испытание. В этом году ничего не изменилось, я по-прежнему не умею плавать. Но мои коллеги всегда были рядом. И я очень хочу сказать спасибо всем тем, кто помог мне прыгнуть в этот бассейн, вытащить меня. Это реально очень круто. Я опять получила массу положительных эмоций и адреналин. В этом году экстремальный забег «Стальной характер» уже состоялся в таких городах деятельности Сибура, как Воронеж, Пытьях, Тобольск, Томск, Нижневартовск и Пермь. Общее количество участников с нашим городом составило более 13 тысяч человек. Анастасия Наумова, Константин Старков, «Вето-24».